Я хочу вернуть разговор к разрушенной системе уголовного правосудия, которая сегодня непропорционально негативно влияет на чернокожих и коричневых людей по всей стране. Сенатор Харрис говорит, что она гордится своим послужным списком в качестве прокурора и что она будет прокурором-президентом, но я глубоко обеспокоен этим послужным списком. Слишком много примеров можно привести, но она посадила более 1,5 человек в тюрьму за нарушения, связанные с марихуаной. А затем смеялась над этим, когда ее спросили, курила ли она когда-нибудь марихуану. Она заблокировала доказательства. Она заблокировала доказательства, которые освободили бы невиновного человека из камеры смертников, пока суды не вынудили ее сделать это. Она удерживала людей в тюрьме дольше срока их наказания, чтобы использовать их в качестве дешевой рабочей силы для штата Калифорния. И она боролась за сохранение налоговой системы освобождения под залог, которая самым худшим образом влияет на бедных людей. Спасибо тебе, конгрессвумен. Сенатор Харрис, хватит об этом.